Добрый день, друзья! Сегодня обзор у нас будет на бензиновый квадроцикл. Наконец-то бензин! Ну, электромобильчики мы тоже любим, педальные веломобили. Но бензиновая техника, она особенная. Смотрите, какой красавец! Сегодня обзор на Motox Grizzly семерка. Доработанная 2017 года выпуска, свеженькая. Смотрите, какая рама, крашеная, красивая, с ребрами жесткости внутрь. Смотрите, гляньте. Из-за этого, кстати, квадроцикл немного потяжелел. Но в силе, в прыти, скажем так, не убавилось. Итак, начнем. Motox Grizzly семерка. Семерка почему? Седьмые колеса. 125 кубов, 124 куба набиты на картере. Кстати, если будете брать его, сразу имейте в виду, пробито 124. Видите, насколько видно? Надеюсь, увидите. 124. Соответственно, если вас остановят на дороге, помимо прав, еще у вас потребуют ПТС на этот квадроцикл. Это не игрушка, это... транспортное средство уже, что больше 0,49 кубов, уже транспортное. И, соответственно, будут требовать документы и постановку на учет. Скорость вперед, скорость назад, максимальная скорость километров 50, я думаю. Здесь вон 60 нарисовано. Ну, наверное, можно 60 разогнать его, но скорость большая, 30 километров вполне достаточно. На возраст на какой? А, уважаемые родители, смотрите, как ребенок ваш ведет себя за рулем квадроцикла, машины, велосипеда, неважно, любого транспортного, да, средства детского, подросткового. Если в адеквате все он ездит под контролем, соображает, где тормоз, где газ, на что нажимать. Соответственно, можно ребенка, некоторые клиенты берут такие квадроциклы от 4 лет. От 4, представляете? То есть руль по наклону регулируется, опускают руль немного, ограничивают скорость, скорость ограничивается болтом. Болт сюда закручиваете полностью, он не дает нажимать курок. И дети катаются. Ну, то есть, получается, рекомендовать не буду, просто я могу сказать. А дети катаются на квадроциклах от 4 лет, до которого возраста, я думаю, лет до 14 ребенок будет полноценно более-менее смотреться на этом квадроцикле. Потом он и повезет взрослого, да, нагрузка килограмм 100 на него. Но... как это будет выглядеть, представляете, да, если там ребенок будет сидеть, посадочное место, ноги будут упираться, ну, хотя назад можно сесть, то есть здесь и там и взрослый человек поедет, но другой вопрос, как это выглядеть будет. Так что резюме, от 4 лет, видел я, катаются, да, покупают клиенты, и до бесконечности, скажем так, смотрите сами, то есть оптимально, там, до 14 лет будет хорошо. Дальше что мы имеем? Стандартный набор, ну то есть ограничитель скорости, курок газа, спидометр красивый, подсвечивается вот такой светодиодной с подсветкой. Наверное, не будет видно сейчас. Брелок в комплекте глушит, заводит, ставит на сигнализацию. Далее глушилка, это фал безопасности, куда-то на руку одевается, да, на, ну, привязывается к руке, либо на джинсы, там, и, не дай бог, соскочить с квадроцикла, он заглохнет сразу. То есть две глушилки сразу идет, здесь глушит квадроцикл, и здесь глушит квадроцикл. То есть, на ходу был, ну, не знаю, наверное, допом каким-то, но вот основная вот эта работает. Сигнал, подсос сделали очень удобно, это я считаю плюсом. Обычно подсос в карбюраторах вот там прячется. А здесь подсос сделали вот здесь прям. Вот здесь он убирается при заводе. И потом обратно ставится на место, когда ехать. А свет ближний, дальний. И, кстати, свет светодиодный. Сейчас покажу. Очень так неплохо светит. Не бутафорские фары. Что еще? Скорость вперед, соответственно, ручкой нейтральная. И скорость назад тоже ручкой. Ручка удобно. Ногой не попадете, есть плюс. И она не мешает, если будет казаться, что он мешает, не мешает ручка, а вполне все в адеквате. Стоп-сигнал, соответственно, выхлоп тихий.
цепи здесь конструктивно ничего не менялось. Вот раму только, да, в этих углах такая, угловатая такая массивная, надежная. Ну, и грузоподъемность, наверное, из-за этого увеличилась. А так, цепи, оси, все, ничего не менялось. Защита в некоторых квадроциклах и получше будет, но здесь тоже ничего так, вроде снизу защищена. Ну и сверху грязь. Ну, если вы в грязь залезете, в любом случае он набьется. Все, все промаслено, кстати. Вот квадроцикл только сервисного центра, только-только от поставщика. Все в масле, все в смазке, все добротно сделано. Так, под правую ногу задний тормоз гидравлический идет. Задняя ось дисковый. Нажимаете, останавливаете. И правая рука идет. Тросик барабана. Видите? В тросике есть плюс. Повторю, это из личного опыта. Перевозили квадроциклы, гидравлика, когда долго стоит, она сдувается, имеет свойство. Тросик, если вы поставили на ручной тормоз, то он все, он никуда не денется, квадроцикл. Гидравлик у нас туда сдулась, квадроцикл долбил по машине, ехал. Ну, хорошо увидели. Обязательно сейчас заведем, вот подсветку в темноте видно. Смотрите, какая солнышко пропало. Фары светодиодные, настоящие. А, ну вот, да, то есть получается ближний, а вот дальний, то есть два горит. Сигнал, да, услышали, да? Ручки, кстати, приятные очень, такие руки не соскальзывать не будут. Зеркала, ну, зеркала прошлогодние, кстати, зеркала, ну, нормально. Заведем, посмотрим, как работает. Защита стоит, на тормоз пока не нажмете, или на ножной. Или на ножной. Стартер срабатывать не будет. Нажали на тормоз. А, оп, а почему? А, наверное, скорее всего. А, не на ручной, только тормоз будет работать. На ручной нажимаете. Сейчас проверим. Ну-ка. Глушим. На ножной нажали. Стоп-сигнал горит. Стоп-сигнал почему-то не горит у нас. А почему? Здесь. Когда горит. Нажимаем, почему-то не горит стоп-сигнал, надо проверить. Может, при сборке нажимаем. А, тоже, посильнее надо прожимать. Все работает, все работает, просто посильнее надо прожимать. Посильнее, да. Все, доводится. Пока на тормоз не нажмете, стартер не срабатывает. Индикация, спидометр. Нейтральная скорость. Передняя скорость, ну, соответственно, она не показана. А, нет, драйв, нет, почему же, все показано. Драйв, так, это подсветочка, да? И задний, и задняя скорость. Все есть, индикация нормально работает. Звук, кстати, у квадроцикла хороший. Что-то сделали с выхлопом там. Очень, очень приятный звук. Мотор пробитый. Фирменный квадроцикл, за ним ребята следят за качеством сборки и за качеством доставки. Попробуем заглушить. Заглох. Так, а заводить надо, по-моему, на молнию два раза. Не заводится. Не заводится. Должен завестись. Значит, функции здесь нет такой, видимо, только глушит. Ну-ка, сейчас попробуем. Ой, орёт. Надо разобраться. А по-моему, надо нажимать на тормоз, чтобы завести. Ну как бы попробуем на тормоз нажать. Вот. Его нужно нажать на тормоз, либо ручной, либо ножной. И тогда брелок сработает. Так не будет срабатывать. Ну да, защита здесь стоит. То есть и при обычном заводе, когда, да, на стартер нажимаете, пока на тормоз не нажмете, он не среагирует. Запуск. Соответственно, брелок то же самое, нужно на тормоз нажимать, автозапуска не получится, либо что-то надо заматывать. Что еще? Багажники объемные. Не могу сказать, что они силовые, но, по крайней мере, на них не написано 5 кг, как на других квадроциклах. Вполне добротный квадроцикл. Смотрите, какие диски красивые с ободками. Бак 2 литра, укатаетесь. Километров на 50, наверное, хватит этого бака. Где-то в деревне кататься, это огромное расстояние, чтобы проехать. Но, тем не менее, у каждого оно свое.
Сделано все добротно, качественно. Квадроциклы все на гарантии поставляются, все с запчастями. Есть сервисный центр, соответственно. Есть по телефону обслуживание. Ищите эти квадроциклы в интернет-магазинах, их найдете. Рекомендуем этот квадрик. Так, собственно, заходите на мой канал, подписывайтесь. Буду рекомендовать вам. До какого возраста? Задавайте вопросы. Правильно и неправильно буду отвечать. Потому что технику знаю, непосредственно имею отношение к детскому транспорту. Так что буду рад, если буду вам полезен. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания.